Заходи. Кто там? Кто там? Потеряевы здесь живут? Потеряевы здесь живут? Я не пойму. Потеряевы тут живут? Это Менделеева 2? Ну, надо узнать. Откройте, мы приехали, потеряем их, ищем. Так вот она, такие. Что? Вот она, бабушка. Бабушка, открывай, ты что, не узнала, что ли? Баба Дуся. Все. Снимай, все. Из Потеряевки, Игнатий. Миленькая ты моя, да ты. Откуда вы взялись? Да откуда мы взялись, а? Да как вы меня нашли-то? Вот нашли и все, Господь-то Бог где? С нами. Ой. Ну давай, провози в комнату. Мир вам. А это племянник мой. Андрей. Андрей-то? Да. Андрей. А это? А я Сергей. А это Сергей. Так, кто дома-то еще есть? Ну, Сергей это. Так, я не родственник. Кто дома-то есть? Одна? Один я. А где остальные? А Ирина на работе. А когда она придет? Она где-то в 8 придет. Поздно, мы уже уедем. Да как, так, да позвонить, на телефон есть ей, позвоните ей. Пойдем. Где? Сейчас я разуюсь и... Да не разувайтесь. Не, у нас ковры, ничего не боятся. Вот. Ничего не боятся. Мы не будем задерживаться, нам скорее на переправу надо будет. Да как вы, вот это прилетели? Давай, заходи, все, все подряд снимай. Вот, Боже там мой. Иконы у нас, и там иконы, а кругом икон полно. Мир дому всему. Мир дому. Дорогая ты моя, радость моя. Сколько тебе лет-то сейчас? Погоди, я подумал, 96. 96. Ты приехала, когда у нас, на качелях я тебя качал, ты же на коне только верхом не ездила. Ну, а у тебя Ирина? Да. Вот, я за вас, за всех Богу молюсь. Вот мы и приехали. Давай позвоним твоей Ирине сейчас. Давай. Сейчас я это... Ой, где-то откуда взялись-то это? Это мне предсказание только это какое-то. А фотографируй. Как ваши детки уже большие. А где просто... у вас эти внуки-то? Внук у меня 16 их, но ни одного я не вижу. А почему? Ну нет, не знаю. А куда делись они? А они куда-то... Ну поговорить хотя бы я хотел с ними. Ну так ну... Ну... Ну вот, я не знаю, это вот к этому... Потеряевки, гости приехали, с вашей Потеряевки. Вы хоть ночуете? Нет, мы ночуем там в лесу, нам нельзя, уезжать надо скорее. Мы едем... Я по библиотекам, по храмам книги дарим. А, ну-ка давай. Где-то вот Ирина, вот тут где-то есть, вот она написана. Ну-ка давай. Сережа, помоги. Вот так. Таня. Это вот. Таня. А это кто? А Вася, это Вася. Василий. Сын Василий. Ну что ж вот так. Это Марина. Ну вот. А Маня знает, где Марина-то знает, где она, Ирина? А вот написано, что Ирина. Ирина, пойдем, вот, вот звоним. Ирина. А сейчас сколько времени-то? Ой. Я же вчера от именинницы была. Вот мне букеты надавали, все, я еще так-то не могу. Да я не знаю, это как, что случилось-то это. Ой. А я... За всех за вас молюсь, как вы в нас на Потеряевке поддерживали. Так вот, Марину. Добрый день. Ищем Ирину. Хорошую Ирину, которая живет на Менделеева 2. Мы набрали 5-28-21 в магазин, Ирина. Я не верю, мне кажется, я с ума сошла. Понимаете, у нее бабушку потеряем, а мы приехали с Алтая, у них сейчас на дому. Нам
Да не знаем ее фамилии там. Она понятно. Антименчук. Антименчук? Антименчук. Ну, вот маленько я признаю, вот, а вот вас-то что-то никак. А вы, вы меня не знаете. Добрый день. Ирина, вы живете на Менделеева 2? Я с вашего телефона звоню. Вот пробрались к вам в квартиру здесь, нашли друга жизни нашей, Евдокию Титовну. Мы из Потеряевки, Лапкина. Приехали в гости, думали кого-то увидеть, вас, внуков, никого нету. Так они вчера... Ну, теперь уже мы вас не увидим, наверное. Да как не вы увидите? Вот она сидит, раз голубушка-то с нами плачет. Не ждала все. Мне кажется, я с ума сошла. Мария Лапкина, ее подруга, ее сын Игнатий. Игнатий, ну тут со мной еще племянники. У меня из печати вышло 38 книг. Мы по библиотекам стороны развозим сейчас. Из церкви, в обоих церквах подарили это священникам. Конечно, к нашей, она наша церковь. Такая. Ну как вот там потеряли. Православные были. Ничего. Поехали там Тобу, или какой еще священник. Там у него побыли. Не разъехались. Ну кто-то. Как его звать? А мы живем. Ребятишки растут. Повторите. Не могу. Ну-ка подойди. Минутку. Андрюша, я плохо слышу. Повторите ему, как звать? Как звать? Их там трое было, они все съехались. Один высокий, а другой маленький, который был. Маленький. Ростом такой. Какой? Который там в храме, в Тогере. Отец Орый. Это в нашем вот в Колпашевой. Орис, да, Орис. Ну вот мы там были, в библиотеке теперь у них, при храме. И здесь вот сама Сима. В Тогаре, в Тогаре. А здесь-то церковь уже строится. Здесь проезжали мимо, видели тоже. Они как, уже все соединили, уже 5 лет назад. Все. Наша церковь никакой. Я не знаю. Все теперь вместе служат. И... Вот. Это вот эта зарубежная церковь соединялись, когда там были-то, ну и теперь все, батюшка с ними служит, они у нас. И вот к вам мы приехали, но увидеть не пришлось. Очень я даже не верю, даже, вот в окошку. Да, обязательно, протоиерей там служит. И главное, тут кореш-то приехали когда, он как начал мне выкладывать, и батюшку Акима знает, и меня, и его матушку, и кто у нас там... протоиерея пивоваров. Я говорю, да что ж ты сразу ты не сказал, я тебе рассказывал, он стоит смеется. Я глядел на него, говорю, думал, ты или не ты. Так вы как узнали-то адрес? Очень хорошо приняли. У него был адрес. Даже не выскажешь как. Был. Ну а тут все сыграл отец Максим Батай. Он говорит, у меня еще тут друг такой, поехали к нему. Ну у нас хоть в планы не входило, но мы поехали, но не пожалели. Такая искренняя, теплая встреча была. Ну ладно, что мы вас хоть не увидели, но услышали голос, и то хорошо. Да хоть чай по стакану выпейте. Вот баба сидит рядом. Пару слов-то, ну скажи-ка, Ирине. Говори. Ну, Ирина, ты слышишь? Да я, мне кажется, я с ума сошла. И увидела их, не знаю, даже не верю. Ну, ты-то уже не придешь. Не увидишь их уже. Так они, может, к тебе заедут. А где магазин-то какой? А, ты на другого уже уехала. Ну, понятно. Ну, все. Где вот базар? Базар, ну, нет, тут какой рядом магазин. Но она сейчас уходит на другую работу. А, понятно. Вот. А мы сейчас тогда на пристань уходим уже, все. Да вы хоть чаю стакан выпьете. Так, ну все тогда. Храни вас Господь, простите, что беспокоим. Ой, так садите хоть по стакану чаю выпейте. Так, баба, мы ничего не будем, мы уходим. Да у нас уже на переправу и ушли. Ну-ка, сфотографируй-ка нас на мой фотоаппарат. Ну-ка, скорее, возьми. Держи. Вот они на сейчас и снимут. Свет зажги.